бытует мнение, ты активен, пока не обременен семьей. Наши герои Дарья и Евгений Костик с этим не согласны. Они – победители молодежной профсоюзной премии «Достижение года 2018» в номинации «Молодая активная семья». У нас даже есть, наверное, соревновательный момент. Мы обои участвуем в турслете местном. «Азимут» называется. И каждый участвует в своем подразделении. До последнего не выдаем друг другу секреты, у кого какая песня будет. Когда кто-то выигрывает, то искренне радуемся друг за друга. Один раз мы участвовали в «Дельфин-русалка». Вот, Евгений у нас плавал, а я была группой поддержки и, так сказать, судьей. Я смотрела, чтобы никто не нарушал правила, вот, за другими командами смотрела, чтобы каждый дотронулся до бортика, доплыл, вот, и если что, могла открыть споры. Но, слава богу, этого не потребовалось. Дарья – инженер по наладке и испытаниям в «Алмаз-электромонтаж». Евгений – участковый геолог рудника «Удачный». Сразу после института ребята приехали в приполярный город на практику, где и произошла судьбоносная встреча. И у нас немножко не романтическая история. Хотя я сидела возле фонтана нашего удачницкого, так сказать, самое сердце города Удачного. Вот, и Женя проходил мимо и решил познакомиться. Первое впечатление, когда я его увидела, этот мальчик был одет в спортивном костюме, в трехлинеечке. Модно же было. Вот такой, значит, на замочке. Я подумала, боже мой, что это такое? Мы с ним познакомились, прогулялись по городу. Мы гуляли по городу долго очень. Общались, да. И он мне проводил до моего дома. И спросил меня, а мы в следующий раз увидимся? И я так, ну, вероятнее всего, что да. Дарья и Евгений – активисты Совета молодых специалистов Удачинского комбината. Участвуют во многих мероприятиях компании и города. Организовывают спортивные мероприятия и помогают в профориентационной подготовке школьников. В 2018-м благодаря их помощи удачинские школьники завоевали 3-е место в профориентационном конкурсе «Мой выбор» по профессии горный инженер-геолог. Я была, наверное, просто координатором в этом случае, а он организовал все экскурсии. Я им рассказала, что вот мой муж геолог, и что так это вообще совпало по счастливой случайности. И они были безумно рады, потому что у них были очень много наработок, сценок. Они придумали, как они вот будут презентовать видео. Ребята молодцы, рассказали свои задумки, свои эти. Вот, и мы подсказывали уже, что, как, где, что можно еще добавить. Как бы подсказывали им идеи какие, что можно еще там, вот, как расписать все. Вот, ну и они молодцы, они все очень хорошо тоже как бы. Все-таки интернет сейчас везде есть, молодцы, они видно, что подготавливались. Возили же их и на объекты закачки этих дренажных вод, там везде их показали, им рассказали. Вот, им тоже понравилось очень. Там вроде как и мимо буровой какой-то проезжали, тоже они, я так понял, посмотрели. К слову о конкурсах. В конце 2018-го Дарья и Евгений впервые услышали о молодежной премии «Достижение года» и решили попытать удачу. И не безуспешно. 3-е место в номинации «Молодая активная семья» присуждается Дарье и Евгению Кости. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? Когда назвали нашу фамилию, и все, у меня стук сердца, это такое счастье непомерное. Вот. Я, наверное, я сидела очень высоко от сцены. Вот, и, наверное, вот это меня прямо понесло по лестнице. Это мое счастье за премией. Дарья и Евгений не собираются прощаться с активным образом жизни. Наоборот, появился стимул больше участвовать в жизни компании, города и на своем примере показать, что и будучи в браке, можно быть активным. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».